Судейской системе страны нужны профессионалы, поэтому и ужесточается отбор судей. Об этом в Актобе заявил сенатор Бектас Бекназаров. Он находится в регионе для разъяснения плана нации 100 конкретных шагов. По судебной системе судят в целом о государстве, высказался депутат. Если суд объективный и справедливый, это уровень верховенства в стране. Если нет, эти проблемы надо решать. Обращаясь к судьям и адвокатам, сенатор заявил, что народ ждет от них беспристрастной работы. Потому обеспечению верховенства закона посвящена почти треть плана нации. С 16 по 34 шаги касаются модернизации и реформирования судебной системы. На судебные должности будут претендовать прежде всего те, кто в своей юридической деятельности непосредственно сталкивался с работой судебной системы, знает, что такое судебный процесс, как его вести, как принять правильное решение и как добиться того, чтобы принятые решения могли быть обеспечены нормальным исполнением.